катать. Всем привет, друзья, с вами ММА. Сегодня будет супер топовый ролик. Сегодня мы покатаем на телевизоре. Я еще ни разу не катал так. Но, признаю честно, что можно было бы легко просто вывести экран сюда, катать здесь, и по сути ничего не изменится. Поэтому мы добавим очень интересное задание. Это то, что нужно будет смотреть в телек. То есть нельзя будет подглядывать в планшет, и нужно будет катать, глядя туда. Так что я думаю, это будет прикольно. Обязательно досмотрите ролик до конца. Но сейчас, ребята, есть для вас важная новость. Это то, что перезалив конкурса, я вам обещал, по поводу мерч кодов. Это супер топовый бокс, в котором там официальный мерч, который, ну, по сути, сейчас на данный момент в России точно нигде не купить. Так что обязательно поучаствуйте. Я все условия распишу там в описании. Но самое главное, что я добавлю интересный нюанс. Вот вы часто говорите, что, блин, вот ты выбираешь рандомно, но я никогда не выиграю. Окей, я вот такие вещи часто слышал, так что, чтобы жалоб не было, 3 кода я разыграю рандомно, 1 мерч-код я дам очень необычным способом. У меня есть для вас вопрос, почему бык всегда крысит из кустов? И вот, ребята, тот, кто ответит смешно, и этот комментарий соберет больше всего лайков, то есть вы тоже должны оценить, вы можете там помочь, позвать друзей, помоги, там лайкни и так далее. Но самое главное, чтобы был ответ именно на этот вопрос. И вот один челик с очень смешным комментарием получит мерч-код. Остальные 3 мы отдадим рандомно, так что все условия будут в описании. Обязательно чекните прямо сейчас, чтобы не забыть поучаствовать. А итоги подведем ровно через неделю, в понедельник. Ну, в общем, погнали в игру. И вот он, у нас телек, ребят. Но чтобы качество картинки было хорошее, буду снимать чисто телек. Но признаюсь честно, что даю слово, не буду смотреть в планшет. И мы сейчас посмотрим, получится ли у меня скатать или нет. И, кстати, ребят, не забывайте подрубать код ММА, потому что это тоже одно из условий конкурса. Давайте, я знаю, у меня там есть квест. Вот они, 2 квеста ежедневных. 3 катки в гемы и еще до ШД. И сейчас мы попробуем, управляя Нани, затащить, потому что этот супер... Потому что эта суперка, она довольно-таки тяжело управляется. Ну, давайте сейчас мы это проверим. И главное не забывать, что мне нельзя смотреть в планшет. У нас Дэрил и Гейл. Окей, у Гейла старочки нету, гаджет тоже может быть. Но ладно. О, блин, ну, ой, ну тут я просто тапнул, да, а так целиться довольно-таки неудобно, потому что на телек смотришь и не видишь, где твои руки. Если да, вот, если кто-то не верит, то катаем чисто так. Но я хочу, реально, самое интересное для меня, это накопить на ульту и вот запустить ульту и не промахнуться ей, потому что она и так тяжело управляется, так еще и не глядя в планшет, это будет весело. Лови. Вот, есть ульта, давайте попробуем выловить Пайпер. Отойдем немного. А, Пайпер уже выловили. Кольт, окей, погнали на разведку. Кольта тоже убили. А вот тик есть. Тик-тик-тик. Ай, блин, Пайпер своим щитом прикрыл. Но, в принципе, да. Управление не самое плохое. Я думал, куда все хуже будет. Так. Тут Пайпер сидит. Дэрил там рубится. Ой-ой-ой. Дэрилу накидали. Надо кольта добить. А я его не вижу. А, попал. Причем хорошо попал. Полной тыкой. Дэрил залетает. Сносит тика. Кольт, где Кольт? А, вот он идет. Вот он забежал. Попадаем, попадаем. Надо бы на еще накопить. Что-то всего лишь одна ульта за игру. Это так себе результат. О, найс, снес. Но все равно не хватает. Еще килл, и все равно не хватает. Почему так долго ульта копится? Ладно, давай сейчас попробуем накопить. Так, Пайпер летит. Вот, давай, Кольт, где ты? Ой-ой-ой, попал. Попал, в тика попали, но каточку, да, мы затащили. Было прикольно. Конечно, непривычно, но мне кажется, если прям по КД сидеть именно в таком плане, то, наверное, можно научиться нормально катать. Но все равно это планшет, все равно батарейка садится, так что разница, в принципе, не особо, если чисто по фану. Но почему я решил это сделать? Потому что многие типы, многие популярные ютуберы, они мутили открытие на больших экранах, но никто из них не катал. Я прочекал там весь интернет, я видел каких-то европейских типов, ну как бы, может быть, конечно, там на каком-нибудь испанском написать тоже найдешь, но я писал TV, там, телевизор и так далее. Ну и, короче, нашел пару качек, но... В принципе, это не было из России. И давайте попробуем затапать. Да, получилось у нас это сделать.
Вау, против нас и справа, ты еще и на нем. Лови. Не бей! Блин, встал прям. Ох, вы видели, какой у меня джин? Это просто джин от бога. Вот сейчас немного не двигался, потому что не мог найти джойстик. Нормально попал. Лови, ты тоже. Так, до справа-то не достали. Ой, полетел, полетел, смотрите. Ну, братан, ну, достал. Ну, водишь ты так себе, я думаю, в ГАИ тебя не взяли. Сейчас мы ему ответочку дадим. Но, правда, у них есть фрэнк, который очень много хп имеет, и он, блин, очень живучий. Да, мы его добили, но давайте сейчас попробуем замануху запустить прямо с базы. Погнали. Погнали. Где кто? Вот тут справа. О, нет, а нет, попал, убил, забирайте. А, я понял, там никого нет. Лови. Блин, ты слишком долго. Блин, жалко, у него ульта. Она перекрыла, пипец, не в тему. Блин, он меня еще застанет. Ладно, есть идейка. А почему меня сейчас толкнуло? Я не понял, почему это произошло. Блин. Веселая качка получилась. Но, конечно, да, тиммейт у меня топовый. Там столько басов, но он затягивается, базу просто не достает. Ну, давайте еще одну заключительную сделаем, чтобы по красоте затащить. А, кстати, вот здесь, чуть не забыл, у меня же вот такая приколюха есть. Она дает на 2,5 косаря дамага при максимальной дистанции. Так что давайте мы сейчас это купим. И, наверное, кого-то... Ну, кого? Мы, в принципе, как вы видели, и так сносили тика с одной тыки. Но, может быть, снесем кого-то и более живучего. Сейчас посмотрим. Самое главное, выдать ее на максимальной дистанции. Вот, допустим... Допустим, Би и Нани мы, наверное, и так убьем. А вот по поводу Джеки это уже спорно. Учитывая то, какой он левел, сейчас мы проверим. Сколько хп у них? 5200? Ну, в принципе, да, не супер большой левел, но еще на ульту надо накопить. Конечно... Ой, хорошее попадание. Давай, давай, иди сюда. А, ты там спрятался, окей. Лови, еще одна хорошая тычка. И здесь. Окей, давайте посмотрим, что же мы можем здесь выдать. Давайте вот так запустим. Блин, очень неудобно с телека это делать. Давай, давай, давай. Это стреляет. Они почему-то думают, что они ее могут сломать. Оу! Вот это фриз был. Вот это слово мог. Опять, опять. И мне за это прилетело. Что-то интернет просел. Потому что на планшете не лагает. Чисто передача картинки была заморожена. Блин, ну это вообще не вовремя произошло. Я почти всех тиммейтов потерял. Давай тыку. Не, он подхилился. Не, я даже не смог дать, блин. Блин, как же эти фризы обломали, просто я в шоке. Вот так вот и бывает, да, в самый неподходящий момент лагнет и все на этом. Учитывая то, что и так играть довольно-таки нелегко, иногда даже ульту нормально отпустить не могу. Но давайте крайнюю затащим, потому что мы старочку так и не проверили. И на этом уже будем подводить итоги. Но не забывайте, ребята, обязательно поучаствовать в конкурсе, потому что призы супер топовые. Они мало того, что очень ценные и дорогие, так еще и вы их не факт, что купите в России, как я уже и говорил. Поэтому участвуйте. Но вот один именно комментарий интересный я добавил, потому что я бы не хотел, чтобы был просто лютый спам. Мне бы, конечно, хотелось бы какие-то интересные идеи увидеть. Поэтому я добавил вот такой вот для вас вопрос. И, конечно, будет интересно увидеть, что вы ответите на это. У меня такое ощущение, что это боты. Я думаю, что это боты, да. Иногда вот на таких маленьких кубасах кидают на ботов. Полетела торпедка. Да, мне кажется, это боты. Потому что они... Хотя, в принципе, не факт. Но давайте мы сейчас на максимальной дистанции попробуем
Не могу, отпусти. Под Джеки, давайте попробуем выдать. Ой, там уже за Гимасовым бегут. Джеки, Джеки. Пипец, не попал. Он просто стоял. Так, у нас уже 9. Но нам еще одного не хватает. Ну, блин, конечно, тяжеловато так играть, надо приучаться. С первого раза затащить прям на изи не получится, но сейчас все-таки хочу я запустить ульту прям нормально, чтобы дамаг хорошим кидать. Давайте проверим. Короночку, финалочку мы должны попасть. Вот, полетела, блин, да гребаный тик со своей ультой. Ну ладно, ребят, мы на этом, в принципе, думаю, подводить будем итоги, но если вы нормально поддержите этот ролик лайкосами, то мы сделаем продолжение. В общем, с вами был Алмаз, с вами был Телик, в общем, всем удачи и всем пока!